Всем привет! В этом видеоуроке я расскажу о том, как поменять жесткий диск на примере ноутбука Passcraft и Asus и оперативную память. Значит, Asus. Отворачиваем все болты. Они у меня здесь отвернуты. И открываем крышку, вытаскиваем вот этот вот. От клавиатуры шли. Все остальные, вот этот от кнопки включения, для этого приподнимаем. Здесь эту беленькую штучку. У нас проводок сам вылетает. Ну и вот этот, соответственно. Видим, вот жесткий диск, кулер. И оперативная память, судя вот под этим разъемом, находится под материнской платой. Есть три вида расположения оперативной памяти. Это вот здесь где-то, рядом на жестком диске, очень удобно. Под клавиатурой и вот данное расположение под материнской платой. Значит, для начала жесткий диск. Как его менять? Для того, чтобы заменить жесткий диск, здесь тоже вытаскиваем шлейф. Так как он будет нам мешать извлекать сам диск. И откручиваем. Вот жесткий диск на 500 гигабайт. Снят. Ложим его сюда. Дальше нам надо достать оперативную память, которая находится под платой. Для этого мы откручиваем вот этот новый болт. Снимаем дискету. Откручиваем все болты материнской платы и болт кулера. Болты не теряем, складываем на крышу. После чего у нас легко все снимается. Осторожнее, вот тут проводки очень короткие, надо не порвать. Смотрим, что у нас происходит. Вот у нас кулер. Вот у нас оперативная память. Которые легко изымаются. Отводим в сторону защелки. И вытаскиваем. Мы будем менять вот эту нижнюю. Thank you.
Как видите,
30% использовали. Всем, кому помогло, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих новинок. Друзья, также кому помогло, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И вы всегда можете поблагодарить автора, нажав на донат, входящийся на странице канала. И отправив сумму, которую вы сочтете нужной. Всем спасибо. До новых встреч.